Как активировать MasterCard CardBars? Приветствую вас, на связи с вами Николай Лобанов. И сегодня мы поговорим о том, как просто и легко активировать вашу MasterCard после ее получения. Когда вы ее получите, ваша задача зайти вот сюда. Commission Card Login. Кликаете и видите несколько телефонов. Нам нужен один из этих телефонов. Давайте возьмем первый. Скопируем его. И после этого перейдем в Skype. Возможно, вы еще не делали звонков в Skype, но это не проблема. Это делается очень просто. Для начала, конечно, нужно пополнить Skype. И для этого вы кликаете вот сюда Skype. Внести деньги на счет Skype. И когда вы кликнете, вас перенесет на сайт, где вы сможете легко осуществить внесение денег. Минимальная сумма, которую вы можете внести, это $5. С этим приходится согласиться, хотя вы можете позвонить в Германию и потратить всего лишь $0.50. Но ничего страшного, остальные деньги останутся на вашем счете, вы сможете всегда их использовать. Вы просто кликаете «Продолжить» и проходите все, что необходимо. Вам понадобится карта или другой вариант оплаты. Надеюсь, это не вызовет никаких сложностей, и поэтому мы вернемся в Skype. Когда вы пополните свой Skype, у вас здесь будет ваша сумма, например, $5. Вы нажимаете «Звонки» и выбираете «Звонки по телефону». Открывается табло, по которому нужно набрать. Но если мы с вами скопировали необходимый нам номер, мы просто его вносим сюда. Это номер в Англии, это даже не Германия. И нам остается позвонить по телефону. For English, please press 1. Para el español, por favor, marque 2. For français, s'il vous plaît, appuyez sur 3. Мы выбираем английский язык и кликаем. To retrieve your PIN, please press 1. To check your balance, нам говорят, если вам нужен вам PIN-код, ваш PIN-код, то кликните единицу. Мы кликаем снова единицу. Thank you for calling Card Services. In order to proceed, you need the 16-digit number on the front of your prepaid card and your date of birth. If your date of birth is the 5th of February 1975, you should enter 050275 on your keypad. Please enter the 16-digit number on your card now. Нам сказали, что нужно внести 16-значный номер кода. Давайте мы его внесем. Теперь нам говорят, назовите свой день рождения, внесите день рождения. И наша задача внести 6 цифр. 2 цифры. День рождения, 2 цифры. Месяц рождения и 2 цифры, последний год рождения. Я набираю свой день рождения. 24-05-61. The first number of your PIN is 9. The second number of your PIN is 9. The third number of your PIN is 4. The fourth number of your PIN is 3. To listen to your PIN again, please press 1. Нам продиктовали наш PIN-код, и если мы не поняли чего-то, мы можем еще раз нажать цифру 1 и прослушать еще раз. Вот и все. Мы справились, мы узнали свой PIN-код. После этого мы можем пользоваться нашей картой. Она активирована, мы можем вставить ее в любой банкомат и извлечь заработанные деньги, указав свой PIN-код. Операция несложная, и я думаю, затруднений у вас она теперь не вызовет. Всего хорошего, с вами был Николай Лобанов. И если данное видео оказалось для вас полезным, кликайте «Нравится» и подписывайтесь на канал CardBars Team. Всего хорошего и до новых встреч!